Ну, я чувствую себя рыбаком. В море, понял, достал. Мой первый тунец. Вот так уже интересно. Вот так интересно. Ребята, не то, что сидеть, смотреть. Я знаю этот жест, надо вот так делать. Я снова здравствуйте. Что, как доехал? Я хорошо доехал. Я летел. Летел, джетлаг, все дела. Летел джетлаг. Ребята, я думаю, вам надо эту местность зафиксировать в том состоянии, в котором она сейчас. Да, вот сейчас такой пирс, времянка, чайки, видите, только-только его поставили, они уже себе организовали туалет, режут какие-то корабли здесь, там стоит вон красивый, очень харизматичный, да, вот такая парковка по-сахалински, и я так думаю, что через, ну не знаю, год-два здесь все изменится, по крайней мере у ребят. У этих вот ребят очень далеко идущие планы. Так что скоро, вероятно, это будет центром туризма. Под Южно-Сахалинском сейчас только начинает развиваться инфраструктура. Как раз вот, кстати, силами ребят, которые... устраивают вот это мероприятие, что прикольно. То есть они решили не ждать милости от природы, сами строят, сами вот причал себе организовали, соревнования уже не первый год. Так что это не просто рыболовная тусовка, это еще, можно сказать, событие, которое Сахалин, как они его здесь называют, Южно-Сахалинск, они Южный называют, все это должно изменить, в конце концов. Но мы в Невельске. Это не Южно-Сахалинск. Это примерно 2 часа езды от него. Обратите внимание, у них очень любят писать на бортах. То есть именные. Вот там Василиса. Это что там? Волнолом. О, вот один безымянный катер. А остальные все какими-то именами обозначены. Мария. О, Машенька. Это кто? Это Махима. Махима. Махимахи. Махимахи. Круто. О, вот это вообще мега навороченный Паркер Пайлот Хаус 800-й. Ну и, конечно, наш корабль. О, зверюга, зверюга. Сейчас все, тунец уже разбегаться начал. Не пугай его раньше времени. Сейчас полетим, да. Это мы уже проходили недавно на рыбалке во Владивостоке. Если Марат говорит, мы полетим, значит, мы полетим. Только держись. Можно ваш пилот-хаус посмотреть? Какой-то он сильно навороченный. Обычный. Обычный. Был. Был. Так. После моих рук он стал немножко получше. Немножко получше? Я постарался. Смотрите, вот это дальневосточная тема. Все, по-моему, что можно навернуть. Вот здесь все это есть. Вот эти штуки аутридеры, да? Или даунридеры? Даунридеры. Ага. Видите, как я... Аутриггеров пока нету. Аутриггеров... Как? Будут скоро. Вот это упущение. Вот, ребят, даунриггеры. Это штуки, которые у нас вот на реках дичь вообще. У нас не знают, что это такое. Ну, может, кто-то знает, я не знаю. Пишите в комментариях, да, что взялся. Да. Молодец какой. Вот всякие наживочки. Вот такие огромные удилища. Мощные катушки. Во, кулак. Ну, тут еще кулак, знаете, размера 3XL. Соответственно, представляете себе размер этой катушки.
Вот такая леска. Можно якорь вытаскивать. Да, и такая палка. Но, говорят, тунец здесь идет такой, что палку сломал на днях. На днях сломал палку. И говорят, 60 кило был тунец. Говорят. Но опять же. Какой это глаз? Глаз. Как видите, самые популярные варианты здесь. Японочки всяческие. Либо Мэри Фишеры. Либо Паркер Пайлот Хаус. Марат все давит на всех, давит, да. Давай, да. Деморализуй противника. Ребята с шариками уже, да? Празднуют? По-моему, они друг друга подкалывают, да? Это какие-то внутренние терки, да, Ром? Да, друзья, привет. Это очередной, можно сказать, тизер моей лодки. Она на воде. Она готова. Чуточку терпения, мы повесим нормально мотор, чтобы она ехала так, как ей надо. Надо чуть-чуть еще и винтик подберем, и я обязательно запилю для вас обзор этой красоты. Но я ее уже эксплуатирую, она уже готова. Это, считайте, маленький анонс. Появился я здесь для того, чтобы вам сказать, что в салоне катеров и яхт «Водник» есть скидки. Сейчас огромные скидки до 6 миллионов рублей на приобретение катера или гидроцикла. Плюс у них есть возможность хранения вашей купленной лодки до апреля 2025 года и бесплатные доставки вашей лодки к вам по России. Промокод ТУНА от меня, ТУНА. Вот здесь на экране появится. И все координаты водника внизу под видео. Ловите скидки, пока в лес не убежали. И обзор моей лодки ловите тоже. Скоро будет. Да, 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 да. Правда, правда. Тунца ловим. Волжский тунец. Бессмысленный и беспощадный. Как вы во Владивостоке, по свистку ничего не будет. Все потихонечку выходят друг за другом и идут в море. Да, потому что все-таки порт, тут зона. Видишь, туда пошел. Сразу. В сторону Шипунина, да? Доброе утро. Перейдите границу в Бетаховск. Вышел в состояние, слушает вперед. Вот это уже похоже на старт. Вот это похоже на Марата. Да. Тыщ-дыщ. Ого. Короче, как он сказал, полетели. Сейчас будем летать с волны на волну. Так, ребята, это и выглядит. Когда Марат говорит полети, это не отвлекайтесь. Мы и так все видим. Вчера, говорят, волнение было поболее. Сегодня это считается спокойная вода. Вау! Но периодически мы идем на пяточки, а иногда, мне кажется, даже немножечко пролетаем. Сколько скорость, Марат? 73. 73? Нормально? 75. 75. Да. Нам нравится 75. Эй, кто куда пошел? По своим местам распылились. У каждого свои точки. Кто-то здесь уже не делал. На соревнования ходилось, ходил и все. Главное пройти, где он. А там крутится уже в этом районе.
даже визуально посмотри, где он находится, и туда подруливать. Потому что нет, выпрыгивает, особенно утром и вечером. У него два таких активных времени. Посмотрим, я думаю, найдем по-любому. Не зря готовились. Я здесь самого крупного тунца поймал на 40 метров вообще глубины. Но там котел был большой, ну мы увидели прям его миграцию эту. Мы на первой точке? Мы сейчас зарядимся, да, и пойдем потихонечку, пройдем вот этот участок. Глубина 60-70 метров, здесь посмотрим. Вот, просто ну, есть уже понимание, что здесь тоже можно взять. 60, добежаем. О, она не плещется. Это штуки, чтобы создавать движуху в воде. Они плещутся, привлекают крупную рыбу. Ну, вроде как будто это косяк какой-то мелочи. Они должны прийти его есть, а в этот момент ребята будут вытаскивать. Оп. Еще один косяк пошел мелкой рыбешки. Анчоусы, кальмарчики, вот все, что тунец любит, уважает. Сразу потяжелый сразу? Ну, я буду. Давай. Чтоб потом не отлетал, а то как конечно, потом пойдет, да, да, там уже не до этого будет. Игорь, ты как? Да я, ну, есть еще не, я вот что-нибудь полегче. А, полегче? Рома не ест? Я на ночь не ем. А, сейчас у тебя ночь. У меня ночь, да. Ну, арбузик, дынька там. Ночью кушал. Это штука с разогревом. Да. Автоматическим, ребят. Уже все спустили, а народ только еще подходит. Это о чем говорит? О том, что винты подобраны правильно, скорость хорошая. Винты подобраны? В этом году хотим так посмеяться, сделать из морковки поппер и в кастинг на морковку поймать. Потому что знакомый капитан на КПВР, да, марлина на банан поймал. Надо ну, ответочку. Да, конечно, кинуть. Ответочку. Сахалинскую ответочку на морковку тунца поймать. Шансов много? Шансов всегда есть. Но это какой будет у нас? Это в кастинг. Ну понятно. Заброс. Не первый же. Сейчас мы троллим. Сейчас троллим. Троллим. Троллить ты не особо любишь. Скучно? Ну конечно. Надо просто помахать. Просто когда в кастинг, это получается ты. Должен подать правильно приманку, завести ее правильно, играть правильно. И когда вот этот удар в руках ты ощущаешь, ну это ни с чем не сравнимо. Это так же, как на лосось, ты выходишь на реку, вот река, вот ты, вот рыба. Ты должен подать, подобрать приманочку, подать правильно, провести. Тут то же самое, только удар там в 1000 раз сильнее. В 1000? Ну да. Серьезно? Особенно, ты самого когда большого какого ловил? 80 килограмм. Ну, это желтоперого на Мальдивах. Как ты его вытащил? Не вытащил, он палку сломал. Чё за волнение? Увидели котел активный такой. Объясни. Вон еще чайки туда направляют. Чайки. Увидели чаек вначале? Чайки видят рыбу. Да, чайки видят рыбу, которую снизу поднимает тунец. И вот эта мелкая рыбешка, которой кормится тунец, она такое образует в виде котла, как будто кипит вода на поверхности. И вот мы сейчас сменили курс за котлом. Есть. За котлом прям пошли. Он где-то право 90 мы его увидели. Возможно, они выдают желаемое за действительное. Но говорят, видят тунца, как он выпрыгивает. Свечку делает. А у тебя он на радаре показывает. Да, вот на эхолоте у нас видно на 20 метрах сейчас, ну, скорее всего, кормовая база. Вот. Есть вероятность, что
Пройдем по нему. Наступим на рыбу, как говорят. Наступим. Наступим на рыбу. Мы не можем сейчас увеличить скорость, какие-то телодвижения резкие делать, потому что у нас все... Есть! Опа! Тормози чуть-чуть. Тормози. Нет, давай чуть-чуть пройдем. Может, еще одного сейчас возьмем. Так. Собираем, Ром. Есть. На семерочку, да? Ну, ребята. Есть. Подработай его. Под нами еще много. Куда? Влево, вправо. Есть, подработай. Нет, так, все, ход сбавь чуть-чуть. Есть, семь. Пошла вода горячая. За нами кто-то посматривает. Это видно. Опа. Не крупный. А хоть что-то. Не крупный, это сколько? Так, давай. На вскидку сколько, Петь? По руке можешь определить? 15. 15 или 25? 25 самых. Давайте, давай. Весы-то есть у нас? На глаз. Че, вообще не дергается? Он дергался, дергался. Он просто... Ну не капуста, да? Не-не-не, рыба. Давай, 100 метров осталось. 100 метров осталось? Да. Это на сколько вы его выпустили? Зеленка это 100 метров. А у нас снасть шла где-то примерно на 100 метров. Плюс он вымотал метров 30-40. То есть где-то на 150 метров? Да, ну бывает. Приманка отходила, да? Да, да, да. Сейчас не время в кастинг? Нет, нет, не время. Хотя в Испании ребята вот так вот берут тунца, вытаскивают, и в это время просто в кастинг кидаешь, они как собачки за тунцом идут, остальные тунцы. И махи кастинг, тоже так же идет. И в кастинг это долавливаешь. Маху тянешь, и бывает косяк рыбы идет за ней, просто идет за катером, ты ее тянешь, он идет. Просто сопровождают, но не клюют даром зачастую. Но ты не будешь сейчас экспериментировать. У нас сегодня времени нет для экспериментов. Сань, покушали и все, и сразу пошло, да? Подождите, я еще не ел. Мы с Петей рыбачим, да? Че, перекусим? Только садимся, бам, поклевка, бам, поклевка. Я просто правильно позавтракал. У всех свои приметы. Ну, разные рыбы, разное количество очков. Да, тунец один к одному, лакедра один к двум, то есть 2 балла за 1 килограмм. А махи 5 баллов. 1 к 5. То есть на 10 килограмм поймал, то что тунец на 50. Ага. Да устал. А он моторы видит, наверное. О, нормально. Даже выматывает. Да, да, да. Ну не, пусть выдыхается. Сколько, метров 10 осталось? Не, побольше. Он обратно все, ну там. Теперь его надо что, помучить? Да, аккуратно, что, потому что у него еще... Чтобы он устал? Да. Конечно, он может. Он сейчас, ну, поднимем, он нас увидит, еще рывок будет. Петь, бицуху накачаешь сейчас? Нормально. Все говорят, ладно, не буду на камеру. Так. Мы это вырежем, да? Думаешь, конечно ж. Ага. Конечно нет. Правильная тренировка руки. Да. Ну все, да, хорошо. С гантелей, да? Да, да, да. С утяжелением. Точно не надо кастить пока? Пока нет. Потому что если кастить, надо все убирать. Да, вот. И, да, именно. Если поднимется, Рома будет. Вот завтра будет хорошая погода, дай бог нам повезет, да, и мы можем кастингануть. Здесь по чайкам. Вот чайки сидят, можно остановиться, вот чайки сидят. Вот там на попер, ну, пошуметь, чтобы он поднялся. На попер пошуметь. На попер пошуметь можно. Я знаю, что такое. Что-то это не то, что подумали, да. Попером пошуметь. Смотри, у него еда вывалилась. Шими, будет кто? Убегал мощный.
интересная получилась штука. Тунец нас каруселит. Смотрите, он нас заставил крутиться на месте, потому что сам тоже крутится. Все, хорош! Чтобы его не повредить об моторы, нам надо, право, видите. Право, 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 право. Опять вправо. Все, проверь. Правей, правей. Что? Вот, видно. Вот так. Что, удилку поднимай. Что, давай. Стоим. Ну, подожди, хороший кунчик. Эй. Давай. Е! Готов. Снимаем. Вот, ребят, когда суши, роллы заказываете с тунцом, примерно представляете, как это происходит. Красивая рыба, большая. Глаз реально вот такой. Я вот сейчас не вру. Игорь, смотри, видишь плавник? Ага. Смотри, видишь, у него карман. Карман. Вот эта скорость набираю, ну видишь? Да. Опа. У него там кармашек, видишь, прячется. Ага. Он когда на скорости идет, он закрывает, видишь, Ром, ниши. Ниши. Да, его зарубать ему. Совершенство, ребята, это совершенство природы. Очень красивая рыба. Наш трек. Вот так мы делали. Затужил. Тунец нам карусель устроил. Вот так раз, а в конце вообще вертелись. Вокруг кормы. Сейчас пауза. Трех взяли. Теперь у тунца перерыв. Перерыв без обеда. У ребят иногда, правда, случается мерещится им котлы вот эти самые, где все кишит и тунец выпрыгивает из воды, но на самом деле, мне кажется, ничего не выпрыгивает. Это все их фантазии и хотелки. Пока вот трамваем. Где-то уже, наверное, минут 40. Вот так все происходит. Но по эхолоту, кстати, корма полно. Непонятно, что тунец ленится. Сейчас вернется. Никуда он не денется. И один оборот делает. Молец! Дерзкий, был дерзкий. Да, боролся. Я с ним или он со мной, я не понял. Но подвымотал. Во-во-во-во-во, вот сейчас я его чувствую. Сейчас ты в руку удочку возьмешь. Ага. Во-во-во-во-во-во-во-во. Видишь? А я его вижу, да, вон он. Это приманка наша. А вон внизу тунец уже. По кругу ходит. Можно прямо рулем. Ай-яй-яй, куда-то к мотору, блин. Это не крути, не крути. Давай, все, хочешь не крути. Давай, сюда,
Меньше десяточки. Мой первый тунец. Вот так уже интересно. Вот так интересно. Ребята, не то, что сидеть, смотреть. Нет, бобину держи, бобину держи. Ну, я чувствую себя рыбаком. В море, понял, достал. Пять, финиш. Летели. 10 минут у нас еще есть. Во, сразу понятно, морской город. Смотрите, ребята, как надо болеть за рыболовные соревнования. Всем городом. Всем Невельском. Так, вот подтягиваются последние. Дальше уже времени не остается. А что-то лодочек маловато. Кто-то вполне вероятно не успеет. Вот он наш улов за сегодня. Какая моя? Угадайте. Давай фотку сделаем. Самая миниатюрная. Учебная. Че, Марат, с понедельника в спортзал? Большого. О, мое пошло. А мне интересно. Да. Моя. Сколько? 15. Понял, что? 10. 15. 15. Первый тунис сразу 15.29. Мы все не довесили на глаз. Говорили 25. 25 килограмм. Это самая тяжелая рыба. Пятый. Рыба команды Стерлинг. Вот, ребят, первый день мы отработали. Это, если я все правильно сосчитал, 124 килограмма. А, тунца это тоже тунец? Свежего. Так, нам нужно сошили 124 кило, прикиньте. Мой, конечно, самый маленький, но все равно. Давай, я внес свой посильный вклад. Вот. Я не знаю пока, какое место, предварительный результат. Завтра будет второй день, так что с первым закончили пока. Продолжаем. Следующий? Да, да. Конкурентов запугивает, смотрите. Сегодня второй день свадьбы. Марат, не, покажись. Вон, Марат сегодня в трусах. Вот решил, что конкуренты все, конкуренты все точно присядут на низкий старт, когда увидят вот это. Вся одежда вчерашняя в крови, поэтому... А, все, ну вот, да, взялся пугать. Ну что, ребят, у нас второй день. Вчера было подведение промежуточных итогов. У нас 124 очка балла. Мы на... Да, мы на втором месте еще с одной сильной командой. И впереди нас 136 очков. Будем биться. Это, да. Один тунец. Один тунец. Маленький, как я люблю ловить. Так что мы сейчас пораньше выходим. Вот, и пойдем всем покажем шорты Марата. Вот. Еще. Какой тактики сегодня придерживаемся? Придерживаемся, но экспериментировать точно не будем. У нас есть тактика, мы ее придерживаемся? Да. План А пока у нас. Без экспериментов у нас сегодня
Короткий день. Короткий день? Короткий мы же его день. Удлинили, мы раньше выходим. Да, ну нам да, надо. Да, но. В порту у тунца сегодня короткий день. Да. Потому что воскресенье. Конечно. Ну все, да. Сегодня день тунца, тем более. Надо поторопиться. Вперед! Я боюсь, что ты не успеешь запрыгнуть. Уйдем без тебя. Что мы будем делать без Марата, да? Но. Какой план сегодня, Петь? План взять самую крупную рыбу и выиграть эти соревнования. Куда пойдем? Ну, будем как вчера или сегодня? Будем у нас новая тактика. У нас есть этот предсказатель, да, Роман зовут его. Роман-предсказатель? Да. Вот этот? Да, да, да. Провидец. Проницатель. Проницатель, да. Он все видит, всех чаек, все котлы. Ага. Будем ориентироваться на его чуйку. На его чайку. Да, и чайку, да. Которую он там увидит. Прикормил, да. Да, да, личная чайка. Все, пройдем по точкам. Ну, вообще, на самом деле, да, тут география обширная. Можно ходить вот. Флажочки видеть, вот это район примерно лова, то есть, ну, надо ходить, смотреть, как бы, можем подойти вот к 12 мильке, там, попробовать, будем смотреть, где-то нет, и как увидим, будем брать. Ага. Ребята там акулу вчера поймали, нам оно надо? За нее баллов не дают, поэтому... Для развлечения детишкам? Да, да, да. Только трата времени. На самом деле вчера увидели акулу, а-а-а, там плавник, могла тоже, такая штука. Самое будет обидное, когда тащишь крупного тунца, а его кто-то а его будет догонять кто-то и есть. И вот это вот будет влиять еще на килограммы, да? То есть вместо 40 килограмм принесешь 20, одну голову там. Вот. Я надеюсь, что все у нас получится без всяких этих инцидента. У нас есть Роман. Роман прорицатель. Все получится. И Марат, он в трусах. Первая рыбка. Да, я думал махи. Извините. Думали, махи. Как Рома человек. Махи. За махи дают X5. Да. Килограмм. То есть кило за 5. Поэтому было бы вот круто. О, пакет. Рыба со своим пакетом. Во, это мой размер. Да. Разумеется. Вот, я даже его не пробовал. Ты опять фрикцион мне это. Фрик. Да сейчас он нахуй не нужен. Не, ну ты ослабь. Зачем? Ну как зачем? У нас оттяжка. Я, видишь, сразу бил туда, где путь. Нет, 8 утра, мы только вышли. И точки не те, новые. В общем, нам пришлось... Сегодня придется, наверное, поискать. Кулинарим потихоньку, ребят. Китайские штуковины. Это овощная какая-то тема. Вот этот ракушка пакетик поедет. Водичкой заливаешь. Он немножечко пахнет карбидом из детства. И еда начинает греться. 15-20 минут. И плов готов. Да. Все варится, горячее. Офигеть. Всего 300 рублей стоит вот такая упаковка. Столично 400, по-моему. Активируем. Давай. Погнали. Шеф-повар Саня. Наготовил, да? Побольше, не знаю, какой точно размер, но побольше. Давай. Ну,
еще один. И у нас изменилась концепция. Мы теперь ходим. Во! Вот они! Видели, прыгнул? Здоровый! Мы теперь ходим по котлам, что называется. Котел — это реально когда кипит. Тунцы загоняют мелочь, берут ее в котел, глушат и едят. Ну а наша задача — подойти поближе и вон пацанам вот на эту приманку. Это называется поппер. Поппер издает шум и привлекает тунца. Сейчас одного поймали. Надо подбираться поближе к котлам. Взял! Взял! Я же говорил, большой. Рома красавчик. И Саня красавчик. Саня молодец. Вот это движ. Вот это да. Рыбалка на кастинг — это вам не троллинг нифига. Я вот такую выбираю. Я на месте сидеть, блин, мне скучно. Мне хочется удочкой махать. О, стабилизатор сел. Денек был сегодня что надо. Ну, ребята, вот, все на лице написано. Даже если мы не выиграем, а тут, говорят, сегодня все притащили много рыбы, и уж тем более наши ближайшие соперники, да и я получил удовольствие, адреналин и все остальное, особенно кастинг. Кастинг, ловля на спиннинг, вот эта вещь. Троллинг, ну, не мое, к сожалению, не мое. Но, а мы еще посмотрим результаты, да? А вдруг? Мы много поймали. Побит рекорд, установленный вчерашним днем. Мы будем приветствовать команду, которая заняла первое место. Чемпионы, победители!